Ну, что ты, давай. Чай мой. Какой окуняра. Да. Шмот, блядь. Сейчас покрупнее найду. Давай. Приманим. Ну, тряси. Вот затрясись. Вкусно, маринка попала. Да трясти не умеешь просто. Всякие окна на месте стоит. Сделай покороче его. Вот так. Не надо было отпускать-то. Да, он там всем рассказал уже. Колбасой. Ну. На паузу нажми, клевать начнет, включишь. Можешь на полметра поднять.
Не везет тебе. Просто рыбу стесняться. Давай пару слов для истории. Какой истории? Рыболовой? Да. Лучше природу поснимать. Тут кроме мелочи ничего нет. Одна мелочь клюет на этом пруду. Иглистоперая сорожка. Крупная, да? Крупная причем. Хорошая, но с глистами. Приходится выкидывать. Ну, а остальные все берут. Кто тут рыбачит? Можно продажу берут. Их поубивают, если они на продажу будут продавать такую сорожку. А что он ее выпотрошит, ты откуда знаешь? С гистамином. Засолить, завялить мне, продаст. А ты берешь рыбу с глистами? Молодец. Что, не клюет? А почему не клюет? Потому что у него клюва нет. А когда клевать будет? Завтра. А где клевать будет? Клево. А в какой лунке будет клевать? Там. А почему ты там не рыбачишь? Пошли там попробуем. Пошли. Что так далеко-то пошел? Давай. Тащи. Да ты не умеешь рыбу ловить.
Пыцкай! Сошла, бля. Малинка слетела, бля. Не хочет рыба на камеру клевать. Ты говоришь, не хочет. Какой крупный окунь. Ну, вон воронам отдали, они тоже жрать хотят. Ну там пусть сорушку едят. Где там на дерево повисит? Нет, на берег кинул. Давай еще одну и все, идем домой. Едем. Нам долго ехать. Целый час. А сколько? Не знаю. На телефон. Часа два, наверное. Показывай. Так сейчас пока нет. Сильнее тряси, возьмет. Это самое сотрясение, что было. Как квашня висит у тебя на леске. Сам ты квашня. Пережеванная маленькая. Садил. Попробуй на колбасу. С маслом, да? Бутерброд весь на сайте. Он, блядь, сплывет хоть с маслом-то. Позор. Ты приговаривай давай, чтобы клевала рыба. Рыбка большая, еще больше, да? Да. Наелась рыба уже сюда. Потом час уже. Все, пошли. Все равно у тебя ни хера не клюет. Не умеешь ты рыбачить. Позор один.
Сделай лицо попроще. И к тебе рыба потянется. Ты думаешь, она там в лицо меня видит? Для этих чемпионов рыбалки мастер-класс пока. Да, крупного окуня поймает. Мелко, даже заглотить не может. Да это у тебя крючок такой беспонтовый. Что, сидит уже? На ходу кто-то там долбанул. У тебя в этой куртке-то хорошо видно, с того берега. Да. Красный. Коммунист, что ли? Сразу видно, что ты. Как мухомор. Честно говорю, да. Красный богатырь. Слышишь меня? Потекай. Все. Убежал твой окунь. Ну чё, крупный самец? Чё, всё? Крупный самец. Едем? Ехали, шули. Накормили рыбу. Нафиг ты выкинул малинку?